Когда мне было где-то 4 года, мои родители завели дома двух попугайчиков. И когда в следующий раз к нам пришел мой дядя, а он такой человечек на приколе, он, естественно, научил их говорить слово «жопа». И в 4 года я не знал, что такое жопа. Как и не знал, что попугаи умеют разговаривать. Я проснулся ночью от того, что кто-то хриплым голосом из темноты говорит слово «жопа». Жопа. 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 Какая у меня была истерика. Это был первый раз, когда у меня от страха онемело все. Я не мог даже двинуться. Я очень долго лежал и думал, что такое жопа. Это может какой-то демон. И я хотел побежать к маме, но звуки были как раз из коридора. Поэтому я с закрытыми глазами просто пошел на пролом. Я уронил тумбочку, на которой стояла клетка. Попугаи взбесились, начали орать просто жоп, 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 жопа, жопа. Я уже сквозь слезы ничего не видел. Просто мужу маму говорю, мама, проснись, жопа идет. Я до 3 ночи играл в Among Us и ждал, когда я стану импостером. Наконец мне повезло. Игра начинается, мы не успеваем выйти из кафетерия, кто-то жмет на кнопку и говорит, что это я. Потому что в предыдущей катке убийца был такого же цвета, как и я. И типа, пацаны, давайте по приколу его кикнем. И меня кикнули. И я, знаете, я не сдержался. Я не сдержался и стал читером. Пускайте. У меня в детстве был друг, с которым мы постоянно...